Снова весна, снова Уникс. Мы вновь пришли в это замечательное здание, чтобы вновь посмотреть концертные номера из фестиваля «Студенческая весна». Привет, дорогой друг, ты смотришь «Дневник студенческой весны». Меня зовут Роман Полинсков. Сегодня первый день фестиваля. Сегодня выступают Институт фундаментальной медицины и биологии и Институт геологии и нефтегазовых технологий. Главный вопрос, который меня больше всего беспокоит на этом фестивале. Что нового вы сможете показать? Именно это мы будем сегодня и узнавать. Поехали. Начинаем, друзья. Наш фестиваль стартовал. Действительно, мы очень счастливы вернуться в теплые стены Уникса и делать для вас ваши любимые дневники. Первый день уже с самого начала пошел по привычному нам сценарию. Ни один биолог или геолог не захотел нам давать интервью, зато первоши телевизионщики решили нам в этом помочь. Я нашел людей, которые интересуются либо биологией, либо геологией. Сами они учатся на телевизионщиков. Ребят, привет, как дела? Привет, все супер, да, все классно. Отлично. Зачем сюда пришли сегодня, когда наши выступают завтра? Мы хотим посмотреть уровень, как подготовились остальные университеты, институты, и оценить наших соперников. Отлично. Да, ну и плюс здесь знакомые друзья выступают, поэтому очень интересно будет, я думаю. Что от сегодняшнего концерта ждете вообще? Положительных эмоций и драйва, в первую очередь. А ты что? Я что жду? Да. Ну не я же что. Мне интересно узнать, что нового они здесь покажут. А ты что ждешь? Нет, я также, конечно, жду новых эмоций. Интересно посмотреть, опять же, на своих друзей и знакомых. Интересно посмотреть, как готовятся другие институты, факультеты. И интересную канву мы сегодня ждем, потому что для нас это самое важное. Да. Одно из самых важных выступлений. Хорошо, это были первокурсники, которые ждут интересную канву. Не дождетесь вы ее, а мы едем дальше. Теперь по традиции отправляемся в зрительный зал и оцениваем обстановочку перед сценой. Сейчас мы находимся на сцене большого зала «Уникс». Достаточно посмотреть на сам зал. Смотрите, пожалуйста, видите, какие сонные лица. Чай, первый день фестиваля, готовы они вообще нет смотреть. Не знаю, что вообще сегодня будет. Может, реально будет что-то новенькое, не будет что-то новенького. Тоже интересно узнать. Но я предлагаю поинтересоваться вот у этих товарищей. Ребята, привет, как дела? Здравствуйте. Как дела? Нормально, вот. Тоже потихонечку. Вы готовы поддерживать своих? Конечно, мы всегда готовы. А как будете поддерживать? По-разному хлопать, кричать, мы от сердца. Прям от сердца по полной, да? Да, по полной. Ну так как вы биологи, наверное, не только от сердца, может, еще какие-нибудь органы задействуете? Нет. Не, не хотите, там легкие, там печень, еще что-нибудь. Ну, по ходу все нормально. Теперь же проходим за кулисы, и там мы смогли найти одно очень мощное отличие данного фестиваля от предыдущих. А вот одно нововведение, друзья, на этом фестивале все-таки есть. Видите барабанную установку? Видите, да, ее? Но вы не видите Газиза Ефарова, Института филологии и межкультурной коммуникации. Где он? Нововведение. Наконец-таки он не сидит за барабанами. Кто-то другой будет сидеть и играть за ними. Это очень интересно. Посмотрим, как эти барабаны все-таки выступят на данном концерте. Первый день все-таки дает о себе знать. Сильные волнения, ребята нервничают, но зато пацаны из тех группы всегда уверены, ибо на них весь концерт и лежит. До концерта осталось считанные минуты. Сейчас вокруг меня находится столько людей. Надеюсь, хоть кто-нибудь мне что-нибудь скажет. Готовы выступать? Нет, да? Она не готова. А вы готовы? Я готов. Красава! Мощно вообще. Что будешь показывать сегодня? Я сегодня буду всей группе таскать лестницы. А, самая главная роль. Самое главное. Вообще без нас не было бы этого концерта. Мощно. Если ты считаешь, что без всей группы концерта не бывает, ставь лайк и пиши комментарий. Что еще можешь сказать? Как подготовка-то прошла? Подготовка прошла отлично. Мы готовы на 100%. Это будет лучший концерт в истории КФУ. А теперь рубрика «Короче говоря, Геофак открыл студ весну». За час мы успели убедиться, что на барабанах сегодня не Газиз. Услышать голос великой Дианы Шурыгиной. Увидеть танец под песню великого Валерия Меладзе. Посмотреть, как девушка тянется за своим дипломом бакалавра. И просто красивые и сочные номера.
Ну что ж, первая часть сегодняшнего концертного дня подошла к концу. Я думаю, надо бы пообщаться со зрителями, которые сидят по правую, по левую руку от меня. И, опа, поинтересоваться у них, как им, в принципе, первый концерт. Давайте поинтересуемся. Привет, девчонки, как вам концерт первый? Отлично. Очень круто было. А вы были на нем вообще? Да. А, хорошо, что можете по нему сказать? Нам все понравилось. Идея была очень интересная, но ярко включать было. Диану Шурыгину сюда не стоило. А что это так? Избитая тема. Да. Очень избитая. Она что, только февраль целый, уже избита. Я вас умоляю. О, все, начали. Включи свет. Молодец. Поехали смотреть вторую часть концерта. А «Студвесне» и «Эфмиве» можно сказать только одно – сам черт ее ставил. Столько мистики и песен из преисподней я еще за всю историю нашей программы не наблюдал. В целом, концерты институтов задали хороший тон нынешнему фестивалю. Шикарные танцы, интересные постановки и мелодичные песни – все это было в этот день. Смотри сам, если нам не веришь. Ну что ж, на этом все. Первый день фестиваля подошел к концу. Первые две программы уже отстрелялись. Большое спасибо ИФМИБу за то, что держите марку. Большое спасибо Геофаку за то, что вы все-таки улучшили свою программу по сравнению с днем первокурсника. Будем объективны, она стала намного лучше. На этом все. Эту программу для вас вел Роман Полинсков. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте. Ссылку ты сейчас видишь на экране. Вот она, титр выезжает. Прочитали vk.com/чеснокпродакшн. Заехали. И все на этом. И также можете смотреть каждый выпуск на телеканале Универ ТВ. Большое спасибо за внимание. Пока-пока.